Эта лекция читается, даже это не лекция, а некий разговор будет с вами по предложению фонда «Траектория». Вы сейчас в 10 классе, у вас остается 11 класс, когда вы будете выбирать. Поэтому у меня к вам вопрос есть встречный, то есть я буду на вас ориентироваться тоже. Вы хотите стать астрономами? Да. А, вы хотите стать профессиональными астрономами? Да. Ну, если вы хотите стать профессиональными астрономами, тогда эта лекция для вас. Если вы хотите стать непрофессиональными астрономами, то лекция вам для этого не нужна, потому что фактически вы уже ими стали. То есть для этого не требуется специальное образование. Непрофессиональным астрономом и любителем может стать любой человек. Купите телескоп, сделайте свое место наблюдения, предоставляйте возможность вашим друзьям и коллегам смотреть. Но для того, чтобы стать астрономом, на самом деле действительно нужно много. И вы уже знаете это много, это вам здесь читают. Это и математика, и физика, которую вы проходите. На самом деле это усиленная программа, она пересекается с первым курсом университетов многих. И это то, что вы будете изучать дальше и глубже. То есть это некоторые намеки. Я при подготовке этой лекции просмотрел десятки сайтов различных университетов. И посмотрел, где что готовится. И на самом деле, я честно скажу, ну, раз идет запись, я честно скажу, что, конечно, рассказ ориентирован на тех людей, с которыми я работаю. Этих людей очень много. Эти люди в разных институтах, в разных обсерваториях. Я сталкиваюсь с ними на конференциях, я разговариваю с ними в частных беседах, общаюсь с ними по e-mail. Очень много. И я знаю, кто где работает, кто какие статьи пишет, как много этих статей пишет. То есть это как бы деятельность астрономического сообщества, это деятельность экспертов, которые там что-то проверяют. И ориентируясь на вот эту общую информацию, я с вами поделюсь своим взглядом. Сразу говорю, что мой взгляд персонифицированный. Я могу в чем-то ошибиться, потому что эта точка зрения смещенная. Я вам уже говорил в прошлый раз в Кауровке «I'm biased», потому что, естественно, каждый человек имеет свою точку зрения. Она не является истинной. Она субъективна. Я с вами поделюсь своей субъективной точкой зрения, но на самом деле в нее включено большое количество людей. В конце, на последних слайдах, я попытаюсь обобщить все группы астрономические, которые работают у нас в стране, обобщить в виде нескольких простых классификаций. Ну хорошо, начнем. Значит, хочу быть астрономом, что делать? Вопрос в самом начале у меня к тому, что здесь сверху написано Гаудаамус Игитур. Кто-нибудь знает из вас, что это такое? Толя, да? Все, хорошо. Но это тоже хорошо. То есть здесь вот здесь переведено, и так будем веселиться. На самом деле это не случайные слова. Тут написано, это студенческий гимн 13 века. Это гимн всех студентов. Всех направленностей. Это гимн, который все профессора, все студенты, в общем, знают со студенческой скамьи. Вы тоже студенты школы астрофизической, это тоже ваш гимн. Ну и в конце мы немножечко посмотрим, что это за гимн. Значит, хочу быть астрономом, что делать? Ну, понятно, что делать. Мы вам все время говорим, что делать. Нужно учиться, закончить школу, поступить в университет и закончить университет. Однако, обратите внимание, это очень важно. Это отличие профессионального астронома от непрофессионального. Значит, астроном, конечно, не обязательно наблюдение, но в общественном понимании это наблюдать, обрабатывать данные, делать теоретические экспериментальные расчеты, моделировать. Когда вы что-то отнаблюдали, вы должны каким-то образом понять, то, что вы наблюдали, соответствует реальной картине или там ожидаемой теоретической картине. Вы должны промоделировать эксперимент. То есть вы отнаблюдали эксперимент, промоделировали, сравнили, сделали сравнение, какой-то вывод. И вот теперь посмотрите, самое главное, это отличие научного сотрудника, научной деятельности вообще, не только астрономической, от всего остального. Вы должны писать статьи, публиковать эти статьи, вы должны читать чужие статьи. Обратите внимание, читать статьи – это ваша обязанность как научного сотрудника. Если вы не читаете статьи, вы не являетесь в этом плане настоящим научным сотрудником. Есть специальный табель о рангах для квалификационных требований. Научный сотрудник обязан знакомиться с международной литературой по его специальности. Вот. Ну и, конечно, самое главное, что должен сделать ученый, это думать. То есть вы можете все вот это делать, а если думать не будете, все это не имеет смысла. Вот, то есть, если вы вот это все выполняете, то, естественно, вы приобщаетесь к, ну, в данном случае, к астрономическому сообществу, с которым и придется сотрудничать до самого конца. Так получилось. Я не знаю, как будет завтра, потому что жизнь меняется. У нас сейчас меняются правила игры, потому что за время, за последние 7 лет у нас сменилось 3 министра науки. Каждый приходил со своими требованиями, каждый устанавливал определенные правила. Все институты сходили с ума, оформляли какие-то бумаги, министр менялся, все это забывалось и начиналось сначала. Я точно не могу сказать, что и как будет завтра. Но я знаю одно, что если вы хотите стать научным сотрудником, думать вам придется обязательно. Вот. И в этом плане я и буду рассказывать. Неважно, сколько бумаг вам придется заполнять, но важно следующее, что пока в рамках той структуры, которая сейчас работает, научный сотрудник работает и на пенсии. Это как бы, конечно, сейчас хотят, чтобы старшие пенсионного возраста научные сотрудники, министерство хочет, побыстрее уходили на пенсию, но институты их сохраняют у себя, потому что это очень важные кадры для обучения молодежи. Поэтому, в принципе, если вы идете вот на этот путь, вы можете уходить на пенсию, но на пенсию уходить неинтересно. Интересно думать всю жизнь. Нет, на пенсии вы тоже можете думать, конечно, но и даже говорят, если вы идете на пенсию, можете наконец-то писать книжки. Но на самом деле, если вы мозги все время развиваете, то они продолжают быть свежими, и когда вам 80 лет, когда 90 лет, мы знаем, Гинзбург до 91 там работал активно, значит, это реально все. Вот. Естественно, когда вы говорите, что вы астроном, вы эту картинку видели, да? Что о вас, что родители думают, что друзья, вот что друзья думают, что родители думают, что общество думает. Вот все представляют себя Карлом Саганом, то есть не все, а средства массовой информации, когда у вас берут интервью, что вот вы-то думаете, что вы совершаете Вселенную, а на самом деле вот это совершенно честно. Все вы будете программировать. Значит, если вы не будете программировать, вы из этого мира выскочите. Потому что именно молодежь сейчас делает то, что раньше занимало очень много времени, а молодежь сейчас прогрессивная, ленивая. Все это быстро программируется, и запускаются командные файлы, скрипты, пишутся программы, в основном в Unix-системе, на языках различного управления заданием, потом сделано очень много пакетов. И вот таким образом компьютеры за нас все делают, вы только подправляете, но при этом, обратите внимание, необходимо тестировать. Это тоже занимает много времени. И при этом, при всем, нужно писать статьи, публиковать статьи, читать статьи, занимаясь вот такими делами. Если вы вот это не будете делать, вот на это будет уходить много времени. Если вы будете заниматься только вот этим, тогда вам нечего будет публиковать. То есть это вот такая взаимосвязь. Ну, а, естественно, наблюдение – это основной источник информации для наблюдательной астрономии, астрофизики. Но я буду говорить еще и о другой части. Но сначала я сделаю некоторое отступление тоже. Когда я поступил в Санкт-Петербургский университет, начинается БАИС. Чувствуете, да? То есть я говорю об определенном вузе. Два выдающихся профессора на вручении нам студенческих билетов, собрали астрономов, сказали, что вы будете изучать астрономию. Но учтите, что астрономия у вас будет только на первом курсе общая. На втором курсе ее не будет, и на половине третьего курса ее не будет. Потом у вас начнется она опять, и будут спецкурсы астрономические. Значит, на первом курсе у нас была общая астрономия. И они сказали интересную фразу. У нас в университете не будет того, ради чего многие из вас уже поступили в этот университет. У вас не будет теории черных дыр и космологии. Мы этим не занимаемся. Вот. А на самом деле жизнь пошла сейчас так, что космологией занимаются в Санкт-Петербургском университете и даже разными направлениями. А черные дыры вошли, они уже открыты, черные дыры уже открыты, они вошли в стандартные программы современных учебников, то есть современных курсов астрономии. Все изменилось. Правда, когда я поступал, это был 1982 год, естественно, все должно было измениться, но изменилось сейчас все настолько, что мы, допустим, историю Вселенной, ну, не историю, а какие-то особые ее параметры, знаем в каких-то направлениях лучше, чем физику нашего Солнца. Вот так сложилось. И, в принципе, это благодаря развитию технологий, которыми вы пользовались. То, что вы можете сейчас сосчитать на ваших мобильных телефонах, нам требовалось писать достаточно большие программы для очень крупных машин типа ЕСВМ. Это тоже нужно понимать, астрономия в этом плане активно меняется. Когда я просматривал курсы, которые читаются в различных университетах, практически везде есть экспериментальная и вычислительная астрофизика. Вот. Зачем нужна астрономия? Это важный вопрос, он мировоззренческий. Если вы поступаете в какой-то вуз, вам придется на этот вопрос отвечать. Скажите мне, зачем она нужна? Вот прикладные значения астрономии. С места. Кто-нибудь знает? Я знаю. Кто еще? Так, понятно. Все устали. Ну, скажи, Стася. Узнавать Вселенную. Отлично. Значит, вот то, что исторически, то, что сейчас. Зачем нужна астрономия исторически? Просто смотрите, это вот наша жизнь. Служба времени. Года, минуты, секунды, то, что раньше делалось, это делали астрономы. Сейчас служба времени, атомное время. Это тоже часть астрономической службы. Раньше навигация. Все путешествия, добыча золота, привоз различных снадобий, рабов и всего прочего, это астрономия. Сейчас GPS, бомбежки, ракеты, все это навигация. Это нехорошо. А то, что управляется машиной, это хорошо. Развитие оптики раньше. Развитие приемных устройств. CCD и другие диапазоны. У вас в карманах лежат CCD-камеры, которые получили активное развитие благодаря астрономическим наблюдениям в начале 80-х годов. То есть действительно были вложены большие финансовые средства научного происхождения для того, чтобы этими камерами можно было заменить живых астрономов. Измерение физических констант, установление законов природы в те времена, то есть измерение скорости света, измерение гравитационной постоянной. Это делалось астрономическими методами. То есть мы знаем ту физику, которая сейчас есть, благодаря тому, что раньше удалось измерять прохождение там света, допустим, около Юпитера, или исследовать, что там происходит у нас с орбитами планет, обращающихся вокруг Солнца. Теория гравитации, которая шла из астрономии, приводила к развитию направления важного вообще, к баллистике. А сейчас... вот здесь. Сейчас это сверхмощное энерговыделение, изучение сверхмощного выделения, новая физика. Я вам напомню, я не знаю, говорил я вам или нет, в 90-е годы, когда говорили, что астрономия, что любая наука, которая должна получить финансирование, должна сказать, зачем она нужна. Мы должны сказать правительству, хотя знание ценно само по себе. Человечество получает знание, самое дорогое, что сделало человечество вообще, это произвело знание. Ничего важнее нет, оно ценно. То есть ценно не золото, золото — это способ там сделать провода, которые не ржавеют и имеют хорошую проводимость, а получить с помощью них знание, которое поможет человечеству выжить. И не возникало этого вопроса. Ну, в российское время этот вопрос возник. Естественно, астрономия, вся астрономия прошла по очень интересному пункту. Изучение мощного энерговыделения в космических процессах, что может в будущем помочь энергетике. Наверное. Значит, вот такой пункт. Сейчас это, здесь у нас что? Вычислительные методы расчета астрособытий, которые определяли, очень были важны для каких-нибудь религиозных целей, или, как в Древнем Египте, для прогноза, когда заниматься сельскохозяйственными работами. Сейчас вычислительные методы, которые были предложены астрономами, используются в медицине. Не устаю повторять. Методы решения некорректных задач, применяемых в томографах, это методы, которые развивались в астрофизике при работе радиоинтерферометров. Когда у нас по неполной информации, по различным наблюдательным сечениям нужно восстановить исходное изображение. Это некорректная задача в присутствии шумов. Некорректное значит, решение может быть не одно, а много, а может быть и бесконечно много. Значит, ну и здесь шоу. Ставится телескоп раньше, и люди ходили, там, царям показывали, смотрите, как это здорово. Сейчас шоу, снимки телескопа Хаббла, которые массово оплачивала Microsoft для того, чтобы вставлять в какие-то свои картинки. Ну и, что сейчас важно, фундаментальное мировоззрение. То есть, когда мы говорим, ах, человечество погибнет, мы говорим, астрофизика говорит, выживем. То есть, вот такая штука становится сейчас очень важной, и она определяет вложение средств в том же НАСА, например. Ну вот, для этого она нужна. Когда мы говорим астрономия, мы должны определиться, что мы вообще имеем в виду под астрономией. Вот этот слайд я вам тоже показывал. Есть много разных астрономов. Все вот эти астрономы, которые здесь написаны, то есть темы, это части астрономии. Есть астрономия, которая маленькая часть большого направления астрономии, куда входит в основном астрометрия. Координатные системы на небе, измерения, точные измерения координат, служба времени. Это вот часть локальной такой астрономии, которая является частью еще больше всего того, что называется астрономией. Это и небесная механика, которая становится, вроде бы она не очень важна, да, но она становится очень важной, когда говорят, что на Землю упадет астероид. Все сразу говорят, о, как небесная механика важна. Важна планетология, исследование планет, потому что благодаря НАСА мы сейчас знаем, как устроены планеты, видим их фотографии и начинаем обсуждать, а кому достанутся те минералы, которые есть на астероидах или которые есть на других планетах. Планетология становится очень важной наукой. А когда речь заходит об экзопланетах, все забывают, что это, в общем-то, не совсем, с моей точки зрения, астрофизика, а изучение действительно особенностей строения атмосферы или формирования планет в других системах. Космогония. Вот как раз экзопланеты, например, их распределение по орбитам в других системах связано вот с этой наукой. Астрофизика, наша школа астрофизическая, поэтому вам читается достаточно много курсов, куда частично входят, ну и те направления, которые я здесь указал. Это физика туманности, межзвездной среды, физика Солнца, физика других звезд, Млечного Пути физика, физика галактик, скоплений галактик, ну и отдельно о всей Вселенной в целом. Это космология. Все это части астрономии. Какие-то части астрономии преподаются в одних вузах, какие-то части преподаются в других вузах, а где-то все это вместе преподается. Вопрос, куда же поступать? Вам важно, чтобы в ваших дипломах было написано, что вы астрономы? Нет? Это ты пока... Можно в аспирантуру поступать с дипломом физики. Я сейчас скажу, что в аспирантуру можно поступать с любым дипломом. Да, уже можно. Сколько-то там уже, год или 2 года, уже можно поступать с любым дипломом. Другое дело, что нам нужно решать какие-то более сложные задачи. У нас вот здесь, в зале, сейчас находится яркий пример, который сказал, нет, не нужен диплом астронома, чтобы стать астрономом. У нас есть представитель, Анастасия Топчиева, которая по образованию совсем не астроном. Она закончила Волгоградский университет по специальности... Волгоградский архитектурно-строительный университет по специальности водоснабжение, водоотделение. Отведение. Водоотведение. Я записал отведение, но все равно сказал так, как мне больше нравится. Водоотведение, да. И тем не менее стала астрономом. Есть выдающийся пример, связанный с Санкт-Петербургским университетом. БАИС работает, когда профессор Антонов после... Сейчас он уже покойный, известный, который очень много сделал в стабильности, в расчете стабильности звездных систем, он звездный динамик. Он биолог и поступил в аспирантуру в университет после биологии, доздал экзамены, ему нравилась математика, и стал выдающимся звездным динамиком. И это, я думаю, не единичные случаи, похожих очень много. Внутреннее состояние – это, конечно, мотивация. Если у вас есть мотивация, вы пройдете, горы свернете. Вот о мотивации, в принципе, можно и поговорить. Но прежде чем выбрать какой-то университет, я подумала, откуда взялись астрономы в САУ? Сходу я написал, просто сидел и набирал, вот по этажам мысленно проходил, и набрал 17 университетов. 17 университетов, которые выпустили будущих астрономов, которые сейчас работают в САУ. Ну, если начинать снизу, то да, здесь, значит, 3 украинских. Бывший директор и нынешний директор, они украинцы, хотя нынешний директор закончил Московский государственный университет, но бывший, который сейчас вице-президент Академии наук, причем там есть особая должность, первый вице-президент Академии наук, он закончил Ужгородский университет, и приехал в САУ работать, и вот сейчас один из руководителей российской науки. Значит, первая четверка, указанная здесь, выбрана не случайно, хотя к ней еще можно снизу поставить и Томский университет. И я скажу, почему это. Может быть, кто-нибудь знает, почему первая четверка вот такая указана? Нет. Что? Кафедра астрономии много где есть. Ну, это не совсем кафедра астрономии. Значит, следующий слайд я покажу. В принципе, мы надеемся, что здесь появится, кстати, и Адыгейский университет, представитель которого с нами здесь находится. И некие организационные действия делаются. И даже у меня был, а может быть и есть сейчас, магистрант Адыгейского университета. Здесь важно понимать, что я об этом еще в конце буду говорить, что от вас лично зависит то, чем вы будете заниматься. Вы можете взять какую-то задачу, ее можно переформулировать на математическую тему, а можете переформулировать ее на физическую тему. То есть вы можете исследовать распределение излучения объектов на небесной сфере, говоря о физике объекта, а можете исследовать топологические свойства этого распределения, и, пожалуйста, у вас начинается серьезная математика. То есть то, как вы поставите задачу, поможет вам изучать астрономию практически в любом университете. Но а первые четыре выделены, потому что, я сказал еще о пятом, потому что они выдают диплом по специальности 01, 09, 20. Вы получаете диплом, и у вас будет написано «Астроном». И вы можете говорить, вам говорят, а вы не астроном. Говорит, почему? Астроном. Вот это, конечно, я говорю с иронией, потому что не важно, астроном вы по диплому или нет, важно то, чем вы занимаетесь в дальнейшем. И так как I'm biased, я начну с Санкт-Петербургского университета. Я его заканчивал, и он для меня является неким ориентиром, поэтому есть много общих вещей, много общих направлений, которые существуют при получении астрономического образования, но прежде всего это широта. Говоря о широте образования, чтобы в дальнейшем не забыть, я сейчас упомяну важную вещь, потому что она у меня записана, но я могу это пропустить. Значит, есть два подхода в мире. Первый российский подход, советский, будем так говорить. Астроном получает очень широкое образование по всем направлениям. То есть вы знаете, условно говоря, вы сдаете экзамены по всем направлениям астрономии. У вас есть спецкурсы, есть общие курсы, есть специальные курсы для групп, когда у вас уже начинается специализация, но вы должны знать очень много вещей. А есть система, когда вы ничего этого не знаете. Вы можете не знать систем координат на небе, но вы классно разбираетесь в физике процессов, которые происходят в звездах, допустим, в термоядерных реакциях, и можете там решать очень серьезные задачи, и там формирование каких-то линий. И оказывается, что когда вы узкообразованы, не знаете всего большего, вы можете сделать гораздо больше, чем если вы знаете вот это все. Я не могу вам сказать, как получится в дальнейшем. Есть специалисты, есть ученые известные, которые прошли через это, а есть известные ученые, которые в астрономию шли совершенно другим путем. Я вам покажу один из вузов, который, как оказалось, начинает готовить специалистов-физиков в области астрофизики. Значит, ну и обращаю внимание, что вот стандартные специализации, которые в Санкт-Петербургском университете существуют, то есть здесь входят все направления астрономии, часть связана с кафедрой астрометрии, часть связана с кафедрой небесной механики, звездная астрономия, небесная механика, значит, радиоастрономия — это уже астрофизика, кафедра астрофизики также наблюдательная, теоретическая. Ну вот, физика Солнца тоже относилась к радиоастрофизике, и к своему удивлению я узнал, что сейчас появилась в университете новая тема физико-планетных систем. В наше время этого не было. Значит, что изучает астроном? В Московском и в Санкт-Петербургском университете это примерно одно и то же, поэтому я взял просто с сайта Санкт-Петербургского университета готовое описание. Значит, стандартно математика, физика, программирование. Программирование Unix плюс языки разного уровня. То есть если это вы знаете сейчас, то здесь вы просто войдете в ту среду, которая существует в разработчиках систем для анализа астрономических данных. Ну а математика, астрономия в Санкт-Петербургском университете находится на математическом на математико-механическом факультете, матмех. Поэтому нам читают практически весь курс математики. Ну, нам, потому что я там учился. В ГАИШе или там в МГУ совсем по-другому. Там, на физическом факультете. Мы, конечно, не сравниваем уровень знания физики и математики друг с другом, мы в эти игры не играем, но могу сказать, что практически все программисты, которые разработчики, являются серьезными разработчиками систем, они так или иначе, вот те, которые пишут, ну, получается, в обсерватории, они заканчивали матмех и становились, в конце концов, информатиками вот у нас в САУ. Значит, есть общеобразовательные предметы. Я их записал, но комментировать не буду. Ну, есть еще специальные предметы, которые читаются всем. Я вам их показал. Читаются всем, они не являются спецкурсами конкретными, но на самом деле являются общими курсами для всех астрономов. А потом у нас начинался разделение по специальностям, где различные спецкурсы читались, и мы могли заниматься какими-то чисто астрофизическими, будем говорить, научными вещами. Значит, есть памятка, что должен уметь выпускник. Я этого не знал, но вот ее необходимо было выписать, чтобы показать, что вдруг вы это уже умеете, и вам не нужно поступать. Значит, вы должны ориентироваться в физике и математике и в астрономии. Вы должны уметь вести исследовательскую деятельность. То есть просто это ваша обязанность. По-видимому, этому обучают, но на самом деле, когда вы будете писать курсовые дипломные работы, это и есть то самое обучение. Вот есть то, что необходимо для специальности астроном. Вы должны ориентироваться в координатах тел на Земле и в открытом космосе. То есть это то, что изучается в рамках астрометрии, сферической астрономии и обязано быть. Теория поля, я знаю, вы любите, да? Вот. Это у вас тоже будет, это важно понимать, что происходит. Обратите внимание, вы должны уметь грамотно говорить. Вот не знаю, как сейчас происходит в Санкт-Петербургском университете, но знаю по своим студентам в Московском университете, там специально дипломников заставляют выступать, чтобы они учились нормально говорить. То есть у них проходят специальные семинары с выступлениями на старших курсах, чтобы вот они могли говорить и вести дискуссию. Они должны сами выступать и сами задавать вопросы. И это просто сидит человек, который это отслеживает. Разбираться в IT-технологиях. Ну, это, я думаю, условная фраза, потому что то, что когда мы учились, назывались IT-технологиями, это совсем не то, что сейчас IT-технологии, потому что сейчас любые технологии, вот это тоже IT-технологии, я надеюсь, вы и так уже разбираетесь. Вот важный пункт, которого у нас не было, но сейчас, по-видимому, он обязан преподавать. Значит, вести практические занятия и многое другое. Ну, понятно, что если вы все это проходите, то у вас появляется много возможностей в жизни. Кем работают выпускники? С теми, с кем я учился. Значит, от астронома, астрофизика, математик, физик, программист, преподаватель физики в университете, учитель физики в школе, бухгалтер, экономист, менеджер строительной компании, книгоиздатель, брокер, трейдер, страховая компания, банковский бизнес, рекламный бизнес, банщиков не знаю. Но среди моих одногруппников, с теми, с кем я учился, нас поступило 25 человек, закончило 17. Три из них за границей сейчас остались. Два из них директора обсерваторий, один руководитель отдела в Дрездене. Ну, директорами работают. Значит, тоже можно. Значит, Санкт-Петербургский университет сейчас поступает 20 человек в год на 3 кафедры. Обращаю внимание, что у нас отделение, когда я учился, и сейчас, в общем-то, оно числится, это математико-механический факультет, но на физическом факультете тоже есть специальность, связанная с астрофизикой. Там можно изучать физику Солнца. Но на самом деле физику Солнца изучают и на этой кафедре. И выпускники, те ученые сейчас, которые работают с физикой Солнца, несколько человек, с которыми я контактирую, заканчивали как раз отделение астрономии. Московский университет. Там больше направлений, чем в Санкт-Петербургском университете. Там даже есть отдельное направление, связанное с космологией, которое расщепляется на различные темы, связанные с гравитацией и с особенностями иномерных пространств. Вот. И физический факультет имеет 3 кафедры, а при физическом факультете есть Государственный астрономический институт. Это не образовательное учреждение, это научное учреждение. Но понятно, что когда студенты обучаются на физфаке, они работают с сотрудниками вот этого института очень активно и плотно. И тут очень много различных отделов и лабораторий. Вот я написал 20 отделов и лабораторий. Лаборатории постоянно возникают новые. То есть вы заходите там через полгода, а у вас раз еще одна какая-то появилась. Поэтому я записал только исторические отделы, которые там всегда были. Ну, не всегда, по крайней мере, в последнее время. Вот здесь есть их список. Он достаточно большой. Ну и понятно, что какие-то элементы вы здесь из всего, что там изучается, узнаете вот эти элементы из лекций, которые вам здесь читаются. Московский университет, обращаю внимание, не только изучает астрофизику на этих кафедрах. В Московском университете есть еще одна кафедра. Эта кафедра, условно говоря, называется кафедрой Рубакова, где это базовая кафедра, хотя на самом деле в Московском университете нет такого понятия пока, базовых кафедр. Это базовая кафедра Института ядерных исследований. Я просто зашел на эту кафедру и выписал темы без фамилий, чтобы не рекламировать, без фамилий сотрудников. Вот вы можете посмотреть, чем они занимаются. Темная энергия своими руками. Темная материя своими руками. То есть это задачи, которые вы должны повторить вручную, например, то, что сделали исследователи. То есть вам нужно сделать нобелевскую работу, но без наблюдений, взять наблюдательные данные и восстановить параметры Вселенной из тех данных, например. Это курсовая работа второго курса. То есть это значит, вот вы сейчас заканчиваете, например, в следующем году вы поступаете, и еще через год вы берете курсовую работу и делаете работу, за которую люди получили Нобелевскую премию. Ну, например, так. И здесь есть много чего интересного, связано с физикой элементарных частиц и с теорией поля. Просто вот есть такая кафедра. Московский физико-технический институт. Это как бы один из основных физических университетов России вообще. Значит, по последнему уровню, рейтингу поступлений, уж это сказать нужно, в этом году, который был установлен, он находится на 2-м месте среди всех вузов России, МФТИ. То есть туда сложнее всего поступить физикам. Но чем он интересен? Значит, я здесь привел кафедру, которая дала много выпускников, которые работают много где, в том числе и в САУ оттуда, а также это и ФИАН, и Институт ядерных исследований, и вообще там очень много известных людей. Вот некоторые темы дипломных работ, просто чтобы вы видели. Система образования МФТИ, она особенная, то есть там кафедры находятся в других институтах. То есть вы проходите какой-то общий стандартный физический уровень, а потом выбираете тему, которой вы будете заниматься, и работаете уже на базовых кафедрах, которые связаны с определенными вузами. Здесь кафедра проблем физики и астрофизики. Это кафедра Гинзбурга. Базовая организация Физический институт имени Лебедева. Много интересных различных тем здесь есть, связанных и с релятивизмом, и с физикой плазмы, и с космологией, разного типа космологии. Значит, видите, я написал «Система базовой кафедры 1». Смотрим дальше, что есть еще в МФТИ. Пожалуйста, еще 4 кафедры, которые точно так же имеют базовые направления, связанные с институтами. Обращаю внимание, что дважды используется иносан. Две кафедры независимо работают с иносаном. Одна из них, причем Степан здесь, с Курчатовским институтом. Вот. Ну и еще одна кафедра здесь есть, которая работает с Институтом ядерных исследований. То есть первая — это кафедра теоретической астрофизики, квантовой теории поля, кафедра космической физики, кафедра нелинейных динамических процессов в астрофизике и геофизике, ну и кафедра фундаментальных взаимодействий и космологии. Это все Московский физико-технический институт. Новое для меня. Высшая школа экономики. Я специально написал баллы, потому что У них система олимпиад, вы заходите на их сайт и там сразу узнаете, какие места, на каких олимпиадах вы можете занять. Там математика, физика, там петербургские олимпиады, либо какие-то региональные олимпиады. У них очень подробно это расписано, лишь бы вы туда подали документы. Вот подайте, а дальше они будут сами смотреть. Но там очень много прекрасных лекторов. Два из них вот на этой смене вам будут читать лекции. Они, хотя из разных институтов, вот, но они являются профессорами кафедры, которая связана с астрофизикой на факультете физики Высшей школы экономики. И необходимо, конечно, это отметить здесь. Значит, МИФИ. Есть у нас из МИФИ? Есть у нас из МИФИ. И тут есть два института. Обращаю внимание, что возникает иногда некоторая путаница. И эта некоторая путаница связана с тем, что я говорил в самом начале. У нас постоянно меняются правила игры с Министерством образования и науки. И эти правила интерпретируются в разных местах по-разному. Где-то у нас есть факультеты, а где-то факультетов уже нет, а есть институты. А где-то есть направление, вообще это все убирается, говорит, у нас такое направление, у нас такое направление. Понятно, что сейчас запущен процесс, который делает всю эту систему подвижной и живой. Мы не знаем, к чему она приведет, но когда-то в будущем она, конечно, стабилизируется. В МИФИ есть два института, связанные с астрофизикой, если вы хотите работать в дальнейшем астрофизиками. Это Институт астрофизики и Институт космофизики. Частично их темы пересекаются. И здесь очень важно, это, конечно, физика плазмы и физика процессов, связанных с активным Солнцем. Здесь есть у нас есть процессы в солнечных вспышках, а здесь физические процессы активного Солнца. Ну, понятно, что когда приходят новые люди, они начинают свои темы, но хорошо, что выживают и старые. То есть появляется большое количество возможностей. Московский государственный технический университет имени Баумана. Гравитационно-волновая лаборатория. И работы в области гравитации и космологии. Здесь сотрудник, известный академик Пустовойт, который впервые предложил идею построения гравитационного лазерного телескопа, но предложить не реализовать. Реализовали ее, как мы знаем, в Штатах совсем другие люди. Тем не менее, процессы, связанные с излучением гравитационных волн, здесь активно исследуются. И, в принципе, если вы поступаете в такой университет, то у вас есть возможность изучать релятивистскую космологию вот здесь. Значит, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Здесь есть кафедра, космические исследования, и вот здесь уже направление. В Петербурге начинаются вместо факультетов, хотя здесь, здесь не указано факультет, хотя, допустим, в Санкт-Петербургском университете государственном существуют и факультеты, но сейчас идет разбиение на направления. Здесь уже сразу они указали, что это направление физики и нанотехнологии с ПБГУ. Ну и основные направления деятельности тоже, значит, многоволновая астрономия, радиооптика, рентген-гамма, нейтринная астрофизика, Солнце, физика высоких энергий, космические лучи, теоретическая наблюдательная космология. В частности, здесь занимаются мои коллеги, с которыми периодически я встречаюсь на конференции, проверкой законов природы. Ну, допустим, постоянство скорости света в различные космологические эпохи. Интересные работы. Ну и понятно, что многие вещи связаны с релятивистской астрофизикой, релятивистской космологией. Здесь базовый институт физтех имени Иоффе, где целый отдел занимается теорией пульсаров и теорией нейтронных звезд. Казанский университет, Приволжский университет. Существует кафедра, которая называется астрономии и космической геодезии, специальность астрономия, достаточно много астрономических дисциплин общих, то есть весь цикл прочитывается, они еще отдельно отмечают, что гуманитарные дисциплины читаются вместе с физическими. 2-4 года идут общие программы, ну и 2 года это программа астрофизика, классическая прикладная астрономика в рамках направления физика. Диплом, который вы получаете, магистры получают, защищая магистерскую диссертацию, специальность астрономия. Рядом есть кафедра теории относительности и гравитации, есть ее выпускники известные, где изучают особенности Вселенной в ранние эпохи, где существенно применение общей теории относительности. Там есть только магистратура. Ну и есть еще факультет, я здесь его не указал, потому что название там радиоастрономия, это радиофизический факультет, там есть специальность радиоастрономия, но когда мы посмотрим, там в основном радиоастрономия связана с распространением радиоволн в земной атмосфере. Это тоже радиоастрономия. Мы смотрим на небо, там есть радиоволны, но это не астрономия за пределами нашей планеты. Есть атмосфера, является частью планеты. Значит, там есть, в общем-то, три кафедры на Казанском университете, где можно изучать астрономию. Уральский федеральный университет. Здесь произошла, к моему удивлению, значит, там произошло изменение программы, там организовался Институт естественных наук и математики, и при этом в настоящий момент существует две страницы. Одна страница до организации естественных наук, у Института естественных наук и математики, а другая страница после. Но, тем не менее, специальность астрономии осталась, поэтому я сразу привел информацию с двух страниц, она пересекается. Там есть кафедра астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды. Два профиля обучения астрономии и астрофизики, и в магистратуре изучает то, что необходимо для общего знания по астрономии. Небесная механика, классическая астрономия, астрофизика. Южный федеральный университет, прямо рядом с нами. И там, в общем-то, есть базовая кафедра САУ, но я не уверен, что она сейчас активна. Она была когда-то организована, в смысле нашей обсерватории, но она не активна. Зато курсы магистратуры указаны прямо на странице, и вы можете смотреть. Магистратура – это значит, вы 4 года должны отучиться как физик, а потом вы можете заниматься астрофизическими задачами, если выберете соответствующее направление. Вот здесь у нас идет от газодинамики до всего остального, да, до галактики. Радиоастрономия, как я понимаю, она касается работ... Нет, там сейчас свои читают, ростовчане читают радиоастрономию. Ну и раньше из обсерватории приезжали люди и читали радиоастрономию. Вот. Тем не менее, вот сколько раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 различных направлений, по которым можно заниматься в университете. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Значит, кафедра связана с Гинзбургом и... академиком Гинзбургом и Железняковым, его учеником. Здесь активные работы, связанные с физикой плазмы, физикой ионосферы, распространения волн, есть специализация радиоастрономия. Представитель Нижнего Новгорода, Нижегородского университета, ну, не представитель, Института прикладной физики, который, базовая кафедра которого и поставляет представитель Института прикладной физики, который и получает кадры из Нижегородского университета, вот, студентов, которые занимаются по этим направлениям, будет у вас читать лекцию по радиоспектроскопии. Значит, есть такое направление – радиоастрономия. Волгоградский государственный университет – это не там, где училась Анастасия Топчиева, обращаю внимание. То был архитектурно-строительный университет, а это Волгоградский государственный университет. Там есть научно-образовательный центр астрофизика, опять же, в Институте математики и информационных технологий, который сильно напоминает то, что здесь есть Институт естественных наук и математики, да, здесь Институт математики и информационных технологий. Есть научно-образовательный центр астрофизика, где магистранты могут заниматься тем, чем занимаются потенциальные их руководители. Даже космология есть, что меня радует. Значит, ну и здесь теория турбулентности, газовая динамика, малые небесные тела Солнечной системы, физика межзвездной среды, динамика галактик. Я знаю работы сотрудников по динамике галактики и по моделированию гидродинамическим расчетам их формирования и образования различных структур. Томский государственный университет. Там есть тоже специальность астрономия. На физическом факультете есть кафедра астрономии и космической геодезии, где читаются общие курсы по астрометрии и небесной механике. И параллельно есть еще радиофизический факультет, где есть кафедра космической физики и экологии. Там тоже читают астрофизику и читают солнечно-земную физику. То есть солнечный ветер, механизмы энерговыделения на Солнце. Иркутский государственный университет. Сергей Ясев, помните, из Иркутского государственного университета. Там не выдается специальность астрономия, но зато вы можете стать специалистами по астрофизике. И вот там есть две кафедры. Кафедра теоретической физики, астрофизика высоких энергий, нейтрино астрономия, астрофизики. И кафедра общей космической физики, где Солнце и фундаментальная физика. При нем работает новая обсерватория Тайга, гамма-обсерватория по регистрации космических лучей, активно финансируемая, и вообще-то за этой обсерваторией большое будущее. Ну и здесь же есть отдел... все это находится? Нет. Есть независимый отдел элементарных частиц и нейтрино астрофизики прикладной физики Иркутского государственного университета, научный институт прикладной физики. Новосибирский университет, мощный университет, астрономии там нет, астрофизики там нет. Однако там есть центр, междисциплинарный центр физики элементарных частиц и астрофизики, где работает уже несколько лет приглашенный профессор, и создана лаборатория космологии элементарных частиц. Лаборатория работает на мировом уровне, там работают академики, и занимаются, в частности, по тем работам, которые я знаю, исследованием проблемы происхождения и вообще, что из себя представляет темная материя. Все-таки что вам делать? Вот я вам все это прочитал. Вы ничего не запомнили, вы знаете, что где-то что-то есть. Если вы хотите стать астрономом, то есть этого, конечно, мало. Обращаю внимание, что очень важно. Ну, персонально для меня или для тех людей, с которыми я работаю. Значит, чтобы вы остались в теме, чтобы вам осталось, вы хотите быть астрономом, но вы понимаете, что не всякая тема выживет в дальнейшем. То есть сейчас вы раз туда, а потом скажете, а это неинтересно, и мы закрываем этот отдел, как происходит в каких-то обсерваториях России сейчас. А мы закрываем вот это направление и все. Но если вы занимаетесь темой, которая вам не интересна, она все равно не пойдет. Поэтому сначала вы смотрите то, что вам интересно, то и делайте. Второе. Выбирайте руководителя, который интересен. Если руководитель скучный, не пойдет тема. Ну, не пойдет. Вы переметнетесь в дальнейшем. Это тоже можно. Значит, кроме того, что он интересен, вам важно, чтобы вы зацепились. Вам важно, чтобы руководитель был того уровня, который может вас выдернуть, будем говорить, из обыденности. Вы можете посмотреть, кто он такой по уровню его публикации, например. То есть сейчас, раньше мы этого не знали. Раньше, во, какой интересный человек. А сейчас мы знаем, он какой-то интересный, да, ну давайте посмотрим, что он из себя представляет в науке. И вы смотрите, что он из себя представляет в науке. Стоит ли продвигаться дальше? То есть я вам говорю, как делать карьеру. Сейчас важно вообще, вот это принципиально, что вы можете учиться в одном институте, а руководитель быть из другого института. Институт перестает быть важным. То есть, если вы хотите сотрудничать с каким-то человеком из другого места, вы можете это делать, но для этого вы должны договориться со своим куратором группы, обсудить, как вы можете это сделать. Это есть определенные, будем так говорить, правила образовательного процесса, как это делается. Мы же являемся руководителями курсовых и дипломных работ в Академии наук из других институтов, в смысле университетов. Мы не являемся сотрудниками, но мы можем работать с этими студентами. Значит, четвертое. Это очень важная вещь, которую мне внушили, когда я только пришел в САУ. Внушил мне Валентин Липовецкий, покойный сейчас. Если вы начинаете какую-то работу, имеет смысл ее довести до публикации, положительный результат или нет. Публикация вам помогает поставить точку в данном исследовании или показать, что у нее есть дальнейшее развитие. Пятое. Трудный образовательный курс дает вам больше возможностей в дальнейшем. Вы можете поступить и сказать, а вот здесь легко учиться. Вам нужно учиться там, где трудно. Вам будет плохо. Но если вы через это пройдете, вам потом будет легко. Потому что у вас будет некая база, которая вас толкнет дальше. У руководителя тему всегда можно сменить. В любой промежуток вашего времени, даже когда вам 80 лет, вы можете сменить своего руководителя. Не страшно. Вот. И потом, пункт 7. В работе после университета в мировой практике вообще принято менять тему. Вы заканчиваете по одной теме, работаете постдоком по другой теме, ну, в смысле, поступаете в аспирантуру по другой теме, постдоком после защиты работаете по третьей теме, а потом у вас большой выбор, и вы можете куда-то пойти, потому что вы сами хотите, или продвигать то, что было раньше. У вас просто при этом увеличиваются возможности выбора. Это важно. В России есть свой путь. Вот то, что я вам там в конце говорил, это касается общемировой практики. Есть такое понятие, как научные школы. Поэтому я вам должен назвать некоторые имена основателей научных школ российской астрофизики. Вот. Научная школа, если вы работаете или учитесь в рамках научной школы, вам дает легкий старт научной карьеры. Потому что у вас вокруг есть коллеги, с которыми вы можете просто спросить что-то. Вы можете с ними проводить обсуждения и посещаете семинары, которые проводятся в рамках научных школ. Какие научные школы? Научные школы – это школы, которые образовались вокруг людей, которые обладают как минимум тремя качествами. Это выдающиеся ученые, блестящие лекторы, они легко доносят информацию, и харизматичные личности, с ними интересно. То есть они… и вы… Вот. Классические школы по астрофизике, их несколько, но я назову 5, с представителями которых я активно сотрудничаю, и фактически я имею отношение к 3 из этих школ. Значит, родоначальники классических советских школ по астрофизике. Вот самые известные с моей точки зрения. Это мой байс. Значит, Яков Борисович Зельдович. Порядка 1000 публикаций. На Западе считали, он был закрытый, невыездной, на Западе считали, что Зельдович – это коллектив людей. Потому что человек работал как коллектив людей. Все выдающиеся современные космологи, которые у нас есть в стране, пожалуй, кроме 2-3 академиков есть из другой школы, из физики элементарных частиц, они все являются учениками Якова Борисовича Зельдовича. Это релятивистская астрофизика и релятивистская космология темы. Иосиф Самуилович Шкловский. Человек-легенда. То есть, если вы просто почитаете книжку его «Эшелон», вы увидите, какой великий это был человек, и как они вообще выживали, там, 1937-1938 год, и что он вообще… То есть, это вообще очень здорово, очень смешно. Астрофизика и радиоастрономия. Виталий Лазаревич Гинзбург, Нобелевский лауреат, физика плазмы и радиоастрономия. То есть, он положил там несколько школ, и на самом деле, как это… В общем-то, тоже последний, как говорят, последний физик, который был специалистом по всем направлениям. Сейчас это невозможно. Виктор Викторович Соболев, основатель кафедры астрофизики Санкт-Петербургского университета, современная теория переноса, излучения в атмосферах и физики звезд. Самуил Манудович Хайкин, Рустам Давыдович Дакисаманский уже называл это имя. Благодаря ему, это наблюдательная радиоастрономия, благодаря ему сразу появилось несколько радиообсерваторий у нас в стране. Кардашов – ученик Шкловского, парижский, кстати, тоже ученик Шкловского, а потом он поступил в аспирантуру к Хайкину. Хайкин имел отношение, то есть вот и школа, построение ПРАО, построение Большого Пулковского радиотелескопа в Пулковской обсерватории, и в конце концов по его проекту был построен РАТАН. Вот. Ну и сейчас многие ветки пересекаются. Я сказал, что я себя отношу к 3 по образованию, это школа Соболева. По парижскому, даже можно сказать к 4. Мой шеф парижский, у которого я защищался, академик парижский, это значит от Шкловского и Хайкина. И дальше я работал с коллегами, которые обучали меня работать с реликтовым излучением из школы Зельдовича. Значит, поступайте туда, где непросто. Начинайте заниматься наукой как можно раньше. Часто курсовые работы даются на 2 курсе. Вы можете это делать на 1, а можете и вообще прямо сейчас заниматься наукой. Должны помнить, учеба – это новая жизнь. Это новые товарищи и новый мир. У вас будут новые возможности. Вам я сейчас хочу под конец, чтобы вы послушали студенческий гимн всех времен и народов с 13 века. Его до сих пор везде поют на латинском языке. Я отдельно поставлю. Все, спасибо.